Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды за Лигу Мастеров забираем. Так, поднимите уровень персонажа. Бесплатно откроем тогда пак. Ребята, сейчас по-быстренькому с вами поиграем, потому что времени уже 11 часов вечера. Завтра у меня крайняя смена с утра, мне как бы надо ложиться уже баньки на самом деле. Вставать, сам понимаешь, да, в 4 утра, поэтому как бы... Эх, надо поспешить. Так, что у нас? Испытания, да, испытания, друзья мои. Я не допрошел вот здесь вот третий эпизод, но сейчас я его допройду. Да, мне придется пожертвовать, конечно же, сыром. 20 штук сыра забабахать. Но, ребят, потому что... здесь, сам видел, 100 жетонов плюс доллары, которые мы разыгрываем. Которые разыгрываются, дают нам в качестве призов. И от этого я просто не могу отказаться. Так-с. Ну что же, давай тогда быстренько сейчас здесь разберемся. Многие спрашивают, Рэй, почему ты все время в кепке? Ребят, ну я не знаю, мне как-то вот удобно. В кепочке. Лишний свет на меня не падает. Как бы здоровски. А кто говорил насчет прически, ребята, то я побрился. Я наголо побрился, поэтому сейчас никакой прически у меня нету, если честно. Так, ну что, у нас третья волна и... Так, третья волна, и давай-ка мы, наверное, сделаем... Так, этого заблокировали, я, наверное, быстренько лево уничтожу здесь. Так, и, наверное, сделаем массовую атаку через ракеты. Через ракеты. Завтра, ребята, понедельник, но, как ты понимаешь, буста у меня не будет. Я приду только вечером. Опять же, в 10 часов. И будет серия, но буста не будет. Потому что работаю допоздна. Вот. Ну, зато посмотрим, как мы далеко сможем пройти без, как говорится, своевременного отката. Так, этого заблокировали. Насколько? Это еще только третья волна. Ух. Ладно. Погнали на четвертую. Так, здесь у нас оригиналы. Ты гляди-ка, выдержитель, давай-ка, наверное, уберем отсюда Майки вначале. Потом Рафаэля. Надо отсюда убирать. Так, Донателло. Я вот, знаешь, что просто думаю? Блин, Донателло называется. Это Леонардо был. Я вот просто думаю, интересно, мы сегодня сможем перейти в Лигу Мастеров 3 звезды или нет? Вот этот вопрос меня интересует, если честно. Так, давай-ка бросим гранату. Угу. Так, уничтожишь Донни. Ну, в любом случае, ребята, постепенно урон его уберет. Так, у нас здесь в конце будут черепашки Ниндзя Космос, насколько я помню, да? Ну, вот мы до них и добрались. Сейчас их всего четверо здесь. Нет у них тут никакого сподвижника пятого персонажа. Так, давай-ка мы добьем, наверное, Донни. Так, теперь выпускаем маузеров нашим Бакстером Стокманом. Вау, Лео упал, прикинь. И, наверное, Ванька добьет остальных. Все. Изично прошли здесь. Так, забираем наши вкусненькие награды. Вот, ребята, 100 жетонов, 20 баксов. Шикарно, я считаю, что да. Так, а вот остальное, что у нас осталось? А у нас осталось 52 сыра. Я, естественно, ребята, спущу на фарм. Ну что, попробуем выудить Роквелла и Пита. Поехали. Это нам не нужно. Так, Пит есть. Макман, зачем мне Макман? Мне нужен Роквелл. Радарные маяки тут еще осталось. Блин, ноутбук еще этот. Он как раз нам и выпал. Мондагека. Все. Все, ребята, закончился. У нас, к сожалению, сыр. Ну-ка, давай-ка посмотрим, сколько у нас набрано ДНК на Пита и сколько у нас набрано ДНК... Так, на Роквелла 52, всего лишь 52. На Пита 42. Чё-то, ребят, вообще как-то мало. Такое ощущение, что как будто и не накопилось нисколечко, да? Так, уровень персонажа поднять. Мы сможем, интересно, поднять слэшу уровень... Да, ребята, 71 уровень у нас получает слэш.
Здесь добираем наши награды и прямиком бежим куда? Конечно же, на турнирную арену. Ребята, Лига Мастеров 2 звезды, ранг у нас 42-й. Нам нужно подняться до 3-го ранга и взять где-то, ну, если честно, не меньше 50-го места. Другой я даже рассматривать не хочу, если честно. Так что давай-ка постараемся сегодня сделать все как надо. Так, Донателло плюс Армагон. И вот этих вот возьмем троих. Так, здесь у нас кто? Тут шустриков нету? Почему нету? Есть маузеры, они тоже очень быстрые. Но я думаю, что Армагон... Упс. Упс. Вот это, ребята, беда. Сейчас упадут у нас. Ай-яй-яй. Донни, выручишь? Красавчик. Ребята, красавчик Донни нам помог здесь. А так бы все. Начали бы нас тут разбирать. Ну что, давай 32-ю. Отлично, 32-я позиция взята. Ну что же, давай искать 17-24. Я еще хотел сегодня, ребята, успеть, но вряд ли, конечно, получится, наверное. Драконы всадники Олаха поиграть. Ну что-то мне подсказывает, что не получится, время уже 12 час. А там как минимум полчаса нужно, сам понимаешь, да? Хотя по ежедневкам бы пройтись. Надо бы, да, ребята, чтобы получить конфеты. Если мы каждый день будем заходить в игру и делать хотя бы парочку ежедневок, есть шанс получить нам с тобой легендарного дракона. Такс. Ну куда ты лезешь? Ну куда ты лезешь, а? Прикинь, он 78 уровня, ребята. Он на 80-ник так звезданул, что мало нам не показалось. Практически завалил Криса Брэдфорда. Вот как вот это вот ты можешь мне объяснить, а? Я не знаю, ребята, у меня нет объяснений никаких. Ну что, 22-я позиция? Отлично. Так, переходим с тобой вот на этот отряд. Так, у нас 25 откатов, это хорошо. Берем Кожеголового и возьму, наверное, Леонардо. Кожеголовый и Леонардо. По инициативе, в принципе, они должны, ребята, сходить одними из первых. То есть вначале идет, по-моему, Кожеголовый, потом идет Леонардо, да? В таком порядке у нас идет? Нет? В обратном, то есть вначале идет Леонардо, и потом уже добивает Кожеголовый. Ну что же, замечательно. Так, погнали тогда далее. 12-е должно быть место. 16-е, всего 6 ступенек полетело. О, еще не легче. Так, друзья, мы секундочку сейчас заварю, говорится, волшебную пилюлю для себя. А то что-то мне пить захотелось. Опа, вот так вот. Так, ну что, давай искать с тобой. А, вот 17-24 было. Ну хорош уже выпендриваться. Давай мне, вот, нашли. Берем Крэнга и тогда, наверное, Ванька. Крэнг и Ванька. Слушай, а Ваньки... Ваньку берем. Уберем, ребята, Ваньку здесь и поставим Шреддера. Ну, Крэнг и Шреддер, это, конечно, вообще топ. Они тут любого сейчас разорвут. За 5 сек причем. И ХКР-ку, блин, сегодня не поиграем. И для 3-го канала не снимем, ребят. Ну, потому что вот прихожу поздно, ухожу рано, поэтому надо ложиться, ложиться обязательно. Я бы и сейчас бы не снимал серию, ребят. Просто если я ее не делаю, завтра мы 100% с тобой уже не успели бы зайти до Лиги Мастеров 3 звезды. И, соответственно, с кубками... Не с кубками даже, а с осколками платинами мы просто бы пролетели. Вот и все. Так, ладно, действуем теперь на откатах. Беру Армагона, беру Усаги. Я вижу, что здесь Хан. И Хан, блин, 79 уровня, ребята. Ауч, 79-го. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Ну что, моя пилюлька растворилась, я смотрю уже, да? Можно употреблять. Вкуснотища. Просто вкуснотища, ребят. Да, это шипучие витамины. Если кто там что подумал. Да, шипучие витамины, растворяешь в воде и пьешь. Они как бы немножко меня бодрят. Не дают раскиснуть. Так, ну что. Все, ребята, Лига Мастеров 3 звезды у нас взята. 97-я позиция. Попробуем до полтинчика все-таки добраться сегодня.
Так, беру Армагона, беру Ваньку, возьму майки. Да вот так вот я сделаю и все, не буду здесь париться долго. Некогда, элементарно, ребята, некогда. Все, гляжу на часы, и уже 5 минут прошло, офигеть. 5 минут уже прошло. Давай. Влупляй. Замечательно, так, и в плане Рокзар. Тогда нам надо убрать, наверное, Донателло. Так, теперь из базуки. Добьешь, Ванька? Да, Ванька делает все по красоте. Добивает всех остальных супостатов, и мы двигаемся дальше. С 97-го, я надеюсь, на 87-й, да? Точно, так и есть. То есть 10 ступенек мы с тобой пролетаем. Это, кстати, неплохой показатель, между прочим. Давай возьмем с тобой вот так вот. Раз, два, три. Пускай будет муха отыграна, фиг с ней. Эх, муха, муха, муха. А насколько я помню, ребята, муха, да, это тоже вот Бакстер Стокман, да, и Бакстер Муха. Это один и тот же профессор. Только почему он в разных, как бы тебе сказать, в разных воплощениях. Здесь он мухой стал. И насколько я помню, это на него вылили мутаген. Вот он мухой стал. А вот когда он стал роботом в костюме, когда на него облили мутаген, он стал, как тебе сказать-то, огромным таким роботом. Бакстер Стокман робот. Но он там злым был. Вот это я точно помню. То есть я не могу врубиться одного. Почему один и тот же профессор, да, этот Стокман, почему он все время, то он в муху был перевоплощен, то есть он потом что, в человека был обратно возвращен или как? Почему он стал потом профессором в роботе? Интересно. Или это просто разный мультсериал? Ну, знаешь, как вот, например, вот здесь у Черепашки-ниндзя, да? Тут же есть обычные, классические, там и другие-другие. Наверное, и у Бакстера Стокмана тоже есть. Потому что у нас, не забывай, Бибоп и Рокстеди, они тоже в разных этих, как сказать, и пасхальный здесь есть у нас, и худой, который вот танцует. Подожди, а в чем проблема-то? Я не понимаю. Майки, что ли, уклонение по... Майки уклонение повесил. Ё-моё, я думаю, чё мы не по... Ты прикинь. А как он ещё и хиляет? А как он успел, ребята? Я что-то заговорился, я прозевал эту вспышку, прикинь. Я просто эту вспышку прозевал. Мы не попадем по ним, мы их не сможем уничтожить. Я в шоке. Вот это да, ребят. Ну, сейчас кто-то еще упадет. Наверное, железноголовый, да? Нет? Так, у них-то упал. Ну? Ай-яй-яй, так и хочет. Давай, наверное, вот этого пробьем. А теперь надо вот с этим разобраться. На тебе. Да ладно. Нет, не уронил, ребят. Блин, мы все-таки одного бойца потеряли. Вот это да. Вот это я не заметил, что когда он успел повесить-то на себя, вот это, ну, не только на себя, а на всех, это уклонение. Зашибись. Вот это была, ребята, подстава сейчас, причем конкретная. Да, неожиданно. Ой, хорошо. Так, ну что, влупим? Влупили. Так, и добиваем теперь уже. В конце концов. Все. Пускай лежат и отдыхают. Серия уже, ребят, наверное, завтра под утро выйдет, скорее всего. Перед работой попробую успеть закинуть его на канал. Так, 60-я позиция уже радует. То есть еще чуть-чуть и будет 50-я, да? Ну что, возьмем тогда старую команду, именно Армагона с Крэнгом. Блин, тут опять Хан. Да ёпрсоте, Хана не увидел. 79 уровень. Сейчас начнет тут выпендриваться. Блин. Хорошо, что он в Крэнга начал бить, ребят. Очень хорошо. Так, а у него еще и контратака, да, повесилась? Но она ему не пригодится. Ну давай, добиваем. Чего ж тут? Чего ж тут греха таить? Разбомбим их, да? В щепки. Ну что, идеальная победа. Другого я даже не ожидал.
Так, давай 50 место нам. 51. Так, 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 так. Возьмем, наверное, вот эту вот команду. Наверное, придется нам сегодня все откаты отыграть. Что там мне подсказывает? Все 13 штук. Но, в принципе, они нам больше как бы и не нужны. Сегодня последний день для меня, когда я могу поиграть. Потому что завтра я уже не смогу играть. И завтра уже будет новая неделя. То есть произойдет откат. Так что вот такие вот, ребят, пирожечки с котятами. Давай, Кленк. Не бутусь. ХКР-ку, блин, не поиграем. Ладно, короткий выходной будет, на нем поиграем. Спокойненько. Ну что, 41-ю позицию дадите мне? Да почему, блин, 45-ю-то, а? Дают меньше, ребята, меньше дают нам этих кубков, поэтому мы не берем с тобой те заоблачные высоты, которые должны бы взять. Так, а тут у нас Маузер 79 уровня. По инициативе-то что они сделают? Не знаю, Армагон, естественно, будет первым, да, ходить у нас? Армагон у нас бьет первым. Вырубает только лишь майки. Ну, а Крэнк, естественно, добивает всех остальных. Блин, почему мы так мало на этой неделе профармили, ребята, Пита и Роквелла? Это еще сколько ждать нам придется? До следующего такого события, ты представляешь? Долго. Очень долго. Ну, в наших интересах тогда получается как можно быстрее прапать кроликов. Да-да. Если мы кроликов, ребята, быстренько с вами прапаем как-нибудь в течение там месяца полтора, то все остальные усилия у нас пойдут именно на Пита, на Роквелла. И кто у нас там еще? И, по-моему, все. Пит, Роквелл. А, Рокстеди. Рокстеди, если не ошибаюсь, пасхальный, да? У нас еще не прокачанный. Но это, наверное, будет самый последний, потому что он очень редко, ребята, выпадает. Слушай, мы, по-моему, с тобой, знаешь что, возьмем топ, скорее всего, сегодня. Прям вот сегодня будет топчик. Потому что я смотрю, мы идем так довольно прогрессивно. Бойцов, вот у меня бойцов-то хватит. Ух, хватит, конечно. Тем более, если тут по 10. Ну, ладно, возьмем даже по 6 ступенек. Грубо говоря, 6, да? 22 место, то есть получается 3. Ну, 4. 4 поединка, а у нас 9 откатов. Получается как раз 4 поединка, ребята. Хе, вообще топчик. Ну, это будет круто. Так, давай, с 22 на 12. О, так все, ребята, сейчас уже и возьмем топчик. Вот прям сейчас. Вот я возьму Армагона, я возьму Супер Шреддера. И вот этих вот ребятулек. То есть, походу дела, это последний у нас бой. И я надеюсь, все будет у нас шито-крыто. Памс. Почти на всех постепенно легла, кроме Донателло. Донателло избежал этой участи. Нать вам. Ну-ка, покажите. Сейчас должны ребята мои переместиться на первое место. Но, да, да, ребятушки, все у нас получилось с вами. Так, значит, 4 сыра это мало, здесь нам ничего не светит. Уровень прокачивать, ну, можно, слышишь, поднять еще один уровень, да? Ага, и улучшаем до 3-й ступени, друзья мои, способность ему. Вот это поворот. Вот это поворот. Ну, а остальное мы уже будем искать в следующей серии, друзья. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.